и женщина одна. Мне ходить туда, где можно без труда найти себе женщин. Он пошел к берегу моря, закинул его и вытащил кувшин. О, какой интересный кувшинчик! Подумал мальчик и слегка потер его. И тут произошло нечто удивительное. С парусами на морской песок, роняя золотые сундуки, золотые сундуки. Корабли, как разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумрудные рубины рассыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. С парусами, и тогда твоими станут золотые сундуки, золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины рассыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, ты будешь нашим королем. Известные в преступном мире гангстеры Джулио Бандитто и Делаворро Гангстеритто. Они упиваются своей добычей, сундуками и деньгами. Кувшин посадили, русалок соблазнили, сундуки похитили. Мне стало известно, что кувшин оказался в руках у мальчишки. Отберите немедленно, иначе наше дело пропало. Бандито, гангстерито, мы кассето, пистолето, ой, ес. Мы стрелянто, убиванто, украданто, то и это,
Ой, банко тресто президенто, ограбранто ун моменто. Ой, бандито, знаменито, мы стрелято, пистолето. Мы фиато, разъезжато, целый день кабриолето. Постоянно пьем чинзано, постоянно сыто пьяно. Ой, ес! Держим банку, миллионы и плевать. Мы пирато, гастролёром и сеньоро де лаворо. И гражданто, убеганто, рассыпанто, престо скоро. Ой, слишком много знает. Услышав это, русалки и стихии приходят в бешенство и хватают горе гангстеров. Помогают мальчику вернуть кувшин обратно. А мальчик решает посмотреть, что в кувшинчике, и открывает его. Дома разберусь. Где мои сокровища? Да вот они там. Там, а ну и несите их сюда быстро. Thank you.
Сокровища мои на месте. Ой, что такое-то? Я не понял, что такое, а? Почему они закрыты? Я открыть не могу, а? Сундуки на них висят. А это непростые сундуки. У меня к ним ключики. Ключики? Ну давай их сюда быстро. Это здесь непростые ключики. Надо здесь провести 3 конкурса. Какая хитрая у нас мадам, а? Конкурсы, значит, провести, да? Ну ладно. И в последнем сундуке загадка интересная. Будет ответ на это. Хорошо. Кто посадил тебя в этот кувшин? Только вот что-то я сомневаюсь, что стихии с русалками-то у меня справятся с конкурсами, а? Не сомневайся, справимся. Ох, сомневаюсь. Нет, Надеюсь, зрители-то им помогут, а? Зрители молчат. Зрители, вы что молчите? Поможете, зрители. А то они у меня более ненадежные, блин. Меня то проворонят, то, блин, это у них они сокровища мои натащат. Перегрелись. Поможем. Смотри. Ну, хорошо. Вот это как... Ну, а для начала, царь Нептун, мы будем, наверное, проверять, у кого такая же борода, как и у тебя. Красивая, правильно, большая. Люда, а то, Ира. А то такое отрастить нужно много времени. Искусство. Этот конкурс у нас называется «Сделай бороду, как у нашего царя». Вот, картинки нам покажите, пожалуйста, девочки. Вот у нас вариант такой зеленый, красивый, изумрудный. А есть еще другой вариант, коричневый. Но наши бороды будут бороды из пены. Поэтому сейчас на поле приглашается... Да, на поле приглашаются два мужчины. Борода должна быть, как у нашего бандита, друля, бандита, да. Вот Мишаня, Мишаня борода. Сюда, давай-ка, во, молодец. Сам смелый у нас. Выходите, мужчины, два человека. Конкурс очень простой. С помощью пенной воды мы... Да. Еще посмотрим, у кого будет какая борода. Так, под наши бурные аплодисменты. Значит, кто у нас будет самый первый? Капитан команды. Значит, это у нас ветер. Ветер. Да, первый. Ира, ведерки мне, бутылочки только. А в это время. Так, помогай. Бутылочки, поднимите, пожалуйста, бутылочки над головой. Конкурс называется «Бездна». А вот если поставишь ударение на другой слог, получается «без дна». Посмотрите, у нас бутылочки без дна. Вот русалки из стихии, а также и бандиты. Подумайте, как вы можете сейчас перенести воду вот в эти ветер, подожди, ветер, подожди. Приведите смекалку, как можно. У кого будет больше воды в ведерке, а вы это время, покажи ведерки зрителям. Ведерки, вот эти ведерки. Да, вот эти ведерки. Пока играет музыка, вы должны будете заполнить ветер, хватит воду лить. Он тренируется. Да. Вот вы должны заполнить эти ведерки. Он хотел тренироваться ветер. Смекалку проявите. Смотрите, у нас бутылочки без дна. Конкурс называется «Без дна». Итак, приготовились по моей команде на старт. Внимание, марш! Андрюш, ты только носик затыкай, Андрюш. Да я не знаю, правильно сделал. Передаем, встаем назад. Так.
Вот. Проявляем смекалку. Молодцы, молодцы, молодцы. Русалка Саша, ну ты была молодец, умница, заткнула, но вот, 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 вот. Молодцы, молодцы, вот тут много на имя. Так, вторая попытка. Для вырога Селита просто полил асфальт. Интересно, хватит ли воды в бассейне? Конкурс очень сложный, очень сложный. Молодцы, молодцы, стараемся, стараемся. Да ты ведрах пасай не хватает даже, чтоб цыплят напоить бабушкину. Что-то мало, мало, мало. Кирюш, молодец. Молодцы, молодцы. Русалки, что стоят, один Паша что-то бегает у нас. А что-то у нас один Паша бегает, а ты странно. О! Русалки тоже участвуют! Русалки тоже должны побегать! Ань, молодец! А! Для Ворган Спирита и Джулио Бандита. Джулио Бандита, для Ворган Спирита, разлейте, пожалуйста, всем нашим зрителям. Чинзана дадут. Чинзана. Чинзана, да. Откручивай. Так, а нашим стихиям и русалкам тоже. И бабушке тоже. Всем разливаем. И, конечно, всем разливаем. Всем артисты выстрелились в линию красиво. А запить, ой, заесть ли? Нет. После первой не закусывают. Чинзана. Все должны попробовать чинзана. Единственное, разлей. Это напиток гангстеров. Этот напиток придает здоровье, бодрости, сил. Самое главное, повышает чувство юмора, образовывает приятную гибкость во всем теле, в рекламе не нуждается, достаточно просто показать этикетку. Да. Все зрители. Ну, я не знаю, царь Нептун, тебе понравилось вообще, что бабушка тебя в сундук посадила, вернее, в кувшин посадила? А? Иди сюда, Нептун. Ты облился, по-моему. А? Не, не понравилось. Ну, а что ж ты молчишь, сидишь? А что молчать? Махнуть их всех! Правильно!
он я. Я Нептун, морское чудо, мне подвластны все суда. Рапортуйте мне, откуда и куда идет беда. Куда идет беда? Что с вами, Христофор Бонифатич? Со мною в прятки, кто такие, сколько лет? Все ли с нервами в порядке? Дайте мне скорей ответ. А теперь поставим точку, подходи по одному. С головою в эту бочку всех подряд. Капитана солнечный удар, а ну-ка освежим его. Отставить макать капитана! Есть оставить макать капитана! Кто впервые пересекает экватор, я или вы? Мы, капитан. Мы, капитан. Вот вы и должны были купаться в этой бочке. Регата регатой, а морские традиции забывать нельзя.